Дорогие бишкекчане, я уверена, что каждый из вас любит наш город. Так давайте покажем нашу любовь правильно. Что можем сделать для этого? Надо всего лишь начать с себя и наших детей. Показывая нашим детям, что можно проявить любовь к городу через чистоту, я уверена, что мы сохраним его. Надо научить наших детей убираться за собой, не мусорить, не плеваться, относиться бережно к достопримечательностям нашего города. И уверена, что они, переняв эти знания, будут любить город так же, как и мы. И мы сохраним его чистым, красивым на долгие-долгие годы.